второй тайм матча «Заря» Светлогорск. Светлогорск сейчас ведет со счетом 3-2. Довольно результативный матч у нас получается. Ну, тем более остается еще очень много времени. Моей батареи хватит для того, чтобы доснимать этот матч, но, возможно, он будет неполным. Вырвалась вперед. Счет 4-3 в пользу этой команды. Футболе
будет до конца поединка. Прошлый матч Заря завоевала победу. Уступает сопернику. Соперник снова реализовывает свой момент. Забивает гол. Вырывается вперед уже со счетом 6-3. Неудачная атака команды Заря, не сложившаяся. Уже менее 12 минут. При этом Светлогорск контролирует мяч, создает атаки. Заметно, что Заре сейчас тяжело что-либо предпринять для того, чтобы сократить отрыв от своего соперника, от команды Светлогорска. Светлогорск заработал стандартное положение.
Около разделяют Зарю от того, чтобы сравнять счет в поединке. Но у нее это не удается. Yeah!
тайм-аут. Остается 2 минуты всего лишь. Счет 4-6. Команда Светловодск лидирует. Зари 2 минуты на 2 гола. Как может, просто спасает команду. Это означает, что вопрос о победителе матча снят окончательно. 20 секунд вряд ли кардинально поменяет ситуацию. Поединок завершен со счетом 7-4 в пользу команды Светловодск.